Всем привет, дорогие зрители! Нашел четырехкомнатную квартиру 3+1 в районе Махмутлар. Обставленная квартирка под ключ. На высоком этаже проекта с видом на море. Быстренько покажу. Инфраструктура здесь в основном большой бассейн. И также есть детская игровая площадка. Я ее не снял. Вот такая спальня. Здесь терраса. На террасе пыль. Не могу здесь ходить. Просто покажу, что вот такая просторная терраса. Вид на море. Вот бассейн. Инфраструктура здесь. Беседка, зона барбекю, ухоженный сад, теннисный корт, аквапарк. Все есть. Также там в той стороне спа-центр у нас. Футбольная и баскетбольная площадка. Генератор тоже есть. 10-летний проект. Расстояние от этого места до воды Средиземного моря 750 метров максимум. Отмерял по карте Google. У меня все точно. Редко бывает какая-то недосчитанность. Здесь встроенный шкаф. Вот такой, как бы, его встроили туда, глубокий. Здесь тоже, кажется, освещение, не могу включить. Роль ставни электронная. Спустим-ка обратно. Его спускать. Ага. О. Автоматически закроем. Значит, здесь у нас гостевая комната на верхнем этаже, такая вот 180 квадратных метров. С двух сторон есть выход на террасу. Вот такая гостевая. Также здесь все электронное. Вот такая терраса. Роль ставни закрывается. Закроем занавеску. Мебель уже старая. Видите, уже все. Нужно купить новое. Так. Вот такой шкаф интересный. Здесь деревянные лестницы. Во всей квартире у нас теплые полы. Тут в хозяйской спальне есть вот такой интересный санузел. Вот такой с моечкой интересный. Кранчиком вот таким. Это что? Угу. Санузел вот такой интересный. Душевая кабинка такая вот. Здесь вот система душа. Оттуда фырц-фырц-фырц. Короче, вода идет. Угу. Спустимся вниз. Такие деревянные лесенки. Здесь уже на стенках камешки. Здесь прихожая. Такая прихожая. Тут вход в квартиру. На этаже у нас 4 квартиры. Есть 2 лифта и лестничная площадка. Так. Здесь у нас кладовка под лесенкой. Вот. Тут гостиная. Вот такой балкончик. Вид на море тоже есть и на горы. А, это по-другому система открывается. Так. И вот так. На себя надо потянуть. Вот вид на горы, на соседнее здание. И вид на море.
потом закрою. Здесь отдельная кухня. Бытовая техника фирмы Bosch. Вот такая моечка металлическая, гранитовая у нас столешница. Вытяжка фирмы Bosch. Ну, вся техника, кроме микроволновки фирмы Bosch. Микроволновка у нас Arçelik. Так, сейчас здесь у нас осталась еще одна комнатка и санузел. Вот такой санузел с джакузи. И здесь гостевая комната такая. Тут французский балкон. Вот. Вот такая комнатка. И тут прачечная. Стиральная машинка Bosch. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Вернемся в гостиную комнату. Дорогие зрители, квартира 3 плюс 1 Махмуд Лавин на верхнем этаже этого проекта. Теплые полы во всех комнатах есть. Цена этой квартиры 118 500 евро. 180 квадратных метров. Айдат у этого проекта 250 лир. Кому понравилась квартира, ставьте лайки, комментируйте. Если вы не подписались, то подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать все новое. С вами был Агаси из солнечной Алании. Район Махмутлар. Всем пока-пока.